Среда не побалует нас потеплением. Ожидается до 17 градусов и переменная облачность. В такую погоду можно заняться чем-то полезным для себя или своего дома. Кстати, в сети магазинов «Все сам плюс» вы можете приобрести запчасти к бытовой технике всего от 100 рублей. Итак, в Магнитогорске и его окрестностях утром плюс 15, днем и вечером до 17 градусов тепла. Облачно с прояснениями. В Белорецке и Абзаково утром плюс 12, а вечером плюс 15, переменная облачность. А на очереди наша постоянная рубрика «Погода от народа». В Сибае ночью и утром до плюс 14, вечером плюс 18, облачно с прояснениями. В Челябинске ночью плюс 11 и ясно, днем температура опустится до 10 градусов и дождь. На этом у меня все, я желаю вам хорошего настроения и прекрасной погоды в вашем доме. До завтра!